Доброе утро. Ну вот я выехал в сторону дома. Но правда еще придется по работе мне заехать в Домодедово, в аэропорт. По делам лесным. Кое-что там нужно порешать. Вот, с утра бросили мне ссылочку на статью из авторевью про УАЗ Патриот 2019 года. Значит, ну я эту статью читал вчера. А вчера еще также я прочитал статью про ВАЗовский мотор объемом 1.6, который ставится на Веста на X-Ray. Правда, статью за рулем писали. Так вот, что я хочу сказать по поводу и того, и другого материала. Вот, я не знаю, кто это пишет и с какими целями. Но я как-то больше привык доверять собственному опыту. Поэтому скажу так. Двигатель показал себя крайне надежным. То есть на моей машине он пробежал 100 тысяч километров практически без единой поломки и без единого сбоя. И не было ни намека на то, что какие-то характеристики у него просили. А в эксплуатации я его не жалел. Гонял его в хост и гриву по работе. То есть мне важно, насколько быстро я перемещусь из точки А в точку Б. Поэтому крутил, не жалел. А мотор не сдал. В итоге с минимальными потерями машина ушла в трейд-ин. Вот. То есть где-то 100-150 тысяч я потерял от первоначальной цены. Это за 2 года эксплуатации и почти 100 тысяч пробега. То есть, ну, журналу в данной ситуации поверить я никак не могу, вообще никак. И написан там был какой-то бред, честно говоря. Поэтому вот так вот. Что касается статьи про Патриот, я также вот не нахожу ни одного вот этого вот нарекания в своем автомобиле. Я не знаю, как они тестировали, как они это все проверяли, но в любом случае вот машина, и свои впечатления я вам описываю каждый день. А если мне не верите, ну можете блоги других владельцев посмотреть. Там тоже люди, в принципе, хвалят. Ну, у каждого, конечно, я понимаю свои запросы. Кто-то с люксовыми авто там сравнивает, что я считаю крайне некорректно делать для бюджетного, по сути, автомобиля. Но он бюджетный, там бюджетный, но он... Он ездит, и он дает определенный комфорт, и он не выбивается из общего потока. Я на нем могу далеко ездить, я в нем уверен. Пробег у меня уже солидный достаточно для новой машины, к тому и особенно для Патриота, поскольку предыдущие автомобили предыдущего модельного года, как показывает практика, ну, по крайней мере, то, что я изучил, какие отзывы, поговорил с автомеханиками, то есть на первых тысячах вылезали разные детские болезни, тут они не вылезают, я в который раз уже это говорю. Машина просто ездит, просто служит. А я доволен. Вот. Поэтому статейкам таким и различным блогерам, которые берут машину на день, я не доверяю, а доверяю только своему опыту, которым с вами и делюсь. Вот еще раз повторюсь, опять же, в который раз, свой влог я веду с той целью, чтобы был как раз таки контраргумент вот всем этим блогерам однодневкам и таким вот авторитетным изданием, если они начинают нести откровенную пургу. Так что так.
общем, это видео я сейчас залью на заправке где-нибудь, остановлюсь. Ну а следующие ролики уже буду по ходу дела публиковать. Как что-то интересное будет, я сниму. В общем, все. До встречи. Двигаюсь к дому. Да, вчера я сказал, что километраж 1400, там 1300, да, по-моему. Навигатор там немножко ошибся. Там в районе, ну, 900 километров, наверное, будет где-то так. Пробег он мне немножко маршрут неправильно нарисовал. Я точку ставил в пути контрольную, куда мне надо завернуть по работе. Ну вот, навигатор немножко ошибся. Я сейчас подкорректировал маршрут, и, в принципе, все нормально. Вот, кстати, навигатор. Так, ну ладно, все, в общем, короче, на связи. Всем пока еще раз. Вернее, не пока, до встречи.